Рассмотрим крем для лица увлажняющий от The Sam Merve Hydra Eye Cream. Достанем его из картонной упаковки. Данный крем предназначен для интенсивного увлажнения кожи вокруг глаз, способствует повышению ее упругости, помогает разгладить сеточку мелких морщин. В составе крема уникальный компонент – экстракт планктона красных водорослей, который является источником ценнейших макро- и микроэлементов по качеству и количеству, сходных с минеральным составом крови человека. Рассмотрим способ применения и нанесем крем на кожу. Его необходимо использовать на очищенную кожу вокруг глаз. Красные микроводоросли обладают уникальной способностью синтезировать экзополисахарид, который помогает уменьшить потерю воды. В составе косметики экстракт красной водоросли, он сохраняет свою естественную функцию и оберегает кожу от обезвоживания, увеличивает содержание влаги в роговом слое. В достаточно короткие сроки сухая и тусклая кожа вновь становится свежей и сияющей. Экстракт плантона защищает кожу от вредного ультрафиолета и окислительного стресса, повышает устойчивость к физическим и механическим воздействиям, перепадам температур воздуха, нейтрализует патогенные микроорганизмы. Также экстракт обеспечивает лифтинговый эффект, уменьшает выраженность и глубину морщин. В составе крема содержится целый комплекс натуральных экстрактов: ниацинамид, гиалуроновая кислота, аденозин. Объем продукта 30 мл. Крем имеет приятный сладковатый аромат.